Казанском федеральном университете состоялось собрание Татарстанского регионального отделения Российского общества историков-архивистов, где главным гостем был председатель правления Центрального совета Российского исторического общества Ефим Пивовар. Подробнее расскажем далее. На базе Казанского университета прошла встреча регионального отделения Российского общества историков-архивистов. Мероприятие посетил представитель Российского исторического общества Ефим Пивовар. В ходе мероприятия студенты и преподаватели обсудили самые актуальные направления развития исторической науки. Студенты обращаются к нам больше всего с запросами по составлению своей родословной. Вот эта тема для них сегодня на сегодняшний день очень важна. И меня это очень радует, потому что дети сейчас стали интеллектуально очень одаренными. Главный гость встречи Ефим Пивовар поделился своим опытом и пообщался с представителями актива отделения Российского исторического общества Республики. Ну вот начался у нас такой активный диалог с нашими архивистами, архивистами России в целом и регионального отделения здесь. И вот завтра я буду присутствовать на собрании архивистов региона и руководства архивной службы отрасли Татарстана, что крайне важно. И мы будем ставить ближайшие задачи наши. 10 марта, между прочим, день архивиста. Для преподавательского состава Казанского федерального университета встреча с представителем Российского исторического общества имеет особое значение, поскольку обмен опытом с коллегами – одна из важнейших составляющих работы. На нашей кафедре я возглавляю сектор историографии и источниковедения, и поэтому сегодняшняя встреча к нашим и профессиональным интересам, и как преподавателя, и как исследователя, она мне очень важна. Кроме того, с этого года мы открываем новое направление, которое называется документоведение и архивоведение, и поэтому нам, конечно, хотелось бы и услышать такого компетентного человека, но и продумать, может быть, наше будущее более активное сотрудничество. Отметим, что Казанский федеральный университет примет